Ребята, всем привет! С вами Александр, с наступающим или наступившим у вас уже новым годом. И сегодня мы создадим еще одного уникального супер-пупер-мега-гибрида. Это у нас Юта Ринекс. Это у нас редкий Дракорекс плюс легендарный Юта Зинораптор. В общем-то, они должны быть 20 уровня, чтобы мы могли создать Юта Ринекса. И... кстати, да, ну жаль, что у обычного Дракорекса есть суперудар с подменой, но он одинарный, а у обычного Дракорекса, то есть нередкого, там есть удар с подменой и двукратный урон бьет. Короче, это супер-пупер must have. Интересно, что у Юта Ринекса в этом плане. Ну, походу, будет просто удар с подменой, одинарный удар. Вот такой вот у нас получился динозавр. Ну, что я вам скажу, да, он имеет много общих черт, и с корона такая вот, как у Ютазинораптора, хвост, как у Ютараптора, потому что Ютазинораптор из Ютараптора делается, да, но раскраска вообще пахицефалозавра, скажем так, не самого Дракорекса, ну и, да, шипы, как у Дракорекса, и, в общем-то, тело Дракорекса, ну, такой вот интересный динозавр. Смотрим на его показатели. Так, скорость 126, то есть довольно шустрый. 3200, ну нормально, неплохо. Урон в тысячоночку тоже сойдет. Брони нет, мог бы и броню как бы иметь. Что по ударам? Одинарный урон, полтора с подменой. Снижение двухкратное урона противника. И опережающий, это вот от Ютазинораптора. Ютазинораптора в два удара. А это вот от Дракорекса, да? Так. Это существо представляет собой слияние Дракорекса и Утасинораптора. Так, с каких это пор он Утасинораптор? В общем-то, Утасинораптор сочетает в себе ум хищника, защитные способности Дракорекса и Синоцератопса. Уникальный окрас этого существа помогает ему запугивать противника. Подождите. Почему у нас тут Ютазинораптор, а там написали Утасинораптор? Так, у него, кстати, 127 и броня была. Почему у нашего уникального супергибрида нету всех уникальных хороших свойств? Что у нас тут у Дракорекса? Скорость меньше, получилась скорость в среднем. Удар тоже как бы слабоват, смотрите. Всего 956 он у обычного... И опережающий паралич, кстати, есть, да. То есть они очень похожи между собой на самом деле. А чё ж такого интересного? У него нету даже удара с подменой, ну ё-моё, что это за уникальный гибрид? Чем он такой уникальный, я чё-то не понял. Если бы у него была скорость максимальная. По-моему, уникальный гибрид должен вобрать в себя самые лучшие черты динозавров. То есть максимальную скорость из двоих, да, допустим. Броня, если была максимальная. То есть 15% брони возьмите из Ютазинораптора. Скорость возьмите от него тоже. Сила удара, блин, наверное, у него тоже больше. Ну какая здесь? 1187, но жизни меньше. А здесь 1100. Ну ладно, еще кое-как. С жизнью и уроном еще можно мириться, но вот остальные характеристики что-то меня не особо впечатлили. Итак, давайте тогда его поставим в команду, кстати. Поставим его в команду. И давайте-ка мы изменим. Давайте уберем тебя, поставим тебя, уберем тебя, поставим тебя, уберем тебя, поставим тебя. Давайте вот так вот. Такую команду мы собрали, чтобы заодно обкатать. У меня 20-х уже, да, стало уровней много вот обычных динозавров. Пахик, Стиги, точнее, обыкновенный, да, 20-й. Кстати, вот этого парнишу тоже нам нужно будет качать, да, для гибрида. Дилоранозавр. Но давайте, кто там нам нужен? То есть его-то я могу качнуть, а тебя на 20-й левел там очень далеко качать. Но у меня 19 тысяч, то есть я реально могу его уже создавать потихонечку. Так что мы к этому приступим. Так, тестировать мы будем по традиции в эпической башне. У нас здесь 1, 2, 3, 4, 5, целых 6 боев, ребята, будет. И противники у нас такие довольно не кислые. Так, берем тебя, тебя и тебя вот так. Ну, пока более слабых будем брать, да? Но противники, сами видите, начинаются уже довольно крепкие.
Так, ну давайте с него будем пробовать открываться. Вот так вот выглядит у нас. Кстати, твой родственник Синоцератопс в некой степени. Так, ну у него будет обычный удар. Ах ты, вот-вот-вот он подменился и сейчас нас ударит. Кстати, я взял этого парнишку? Он не может подмениться, я его... Блин, но сейчас появится этот Синоцератопс, и у него будет удар вот этот, паралич. Ну, кто быстрее? А, Дельта появилась, отлично. Опережающий тебе паралич, дорогуша. Готово. Ну и просто добиваем, как бы нету... Ай-яй-яй. Ну, да не, добьем. Он же вдвое снизил урон. У нас будет удар все равно в 557. Так, ну сейчас Синоцератопс появится. У него будет опережающий паралич, да? Уже доступен. Задержка как бы прошла, все дела. Но он его не использовал. Но сейчас паралич прилетит. Нет. Ну что-то... Да, глупости какие-то делает наш противник. Ну, на тебя опережающий паралич. Даже нам подменяться не пришлось. Я как-то даже немножко удивлен, что нам получилось пробить троих одним динозавром. Ну чё, молодец, Магёт. Так, бой номер два. Кстати, я не прочитал, что же у нас тут за команда самых сильных существ мира юрского периода. И смотрите, здесь стегозавр. Он относится к самым сильным. Блюшка Чарли, да, это у нас? Блюшка Чарли, да? Ну, ничего. Давайте возьмем против них шустрых существ тоже. Ну, в принципе, они... Да, у меня тут почти все шустрые, но... Это прикольно. Ну, откроемся с него. Немножко я перестарался со звуком. Ничего страшного, нам это не страшно. Не буду его добивать, я приму на себя. Ах ты ж гад, очистился. Ну ладно, все равно не страшно. Супер удар я приберегу для рапторов. Рапторы на кухне. Как раз их двое. Паралич не сработал. Ха, но он не пробил. Он не пробил. Ладно, бьем и валим. Выжил. Молодец. На кого? На пиритатора. От гаденыш, он таки первый ходит. Но мы добьем его. Так, ну следующий тоже будет быстрее, да? 129, нет, не, или нет? У него тоже 129, но у меня уровень выше. Идеально сработали и получили первую награду. Бой номер три. Продолжаем брать нашу команду. Сейчас можно открыться с Моностегатопсом. Для разнообразия. Точнее, с Мономима. Что это такое? Морознул. Моностегатопс, ё-моё.
Ах ты ж гад. Так, ну это вот так добиваем, ладно. А сейчас уже нужно будет уклоняться. А иначе точно хана. Молодчинка. Чё, давайте снизим ему урон, чтобы выжить на следующий ход. Но у нас иммунитетик. Ха-ха-ха. Он явно этого не ожидал. Так, ну да, слабоват мономим на 17 левеле. Еще и опережающий паралич попоймал. Ладно, выпускаем наше супероружие. Вот так вот. Проломили ему черепушечку. Парамолох у нас тут. Давайте первый такой удар. И хана! Вот это кританул. А могла бы такая заруба получиться. Так, идем дальше, ребятки. Так. Есть у нас еще возможность Утасинораптора вызвать. Утасинораптора, да? Утасинораптора, или как там было написано? Прикольная, ребятки, прикольная команда. Брахиозавр. Так, у него есть опережающие удары. Ладно, давай так. Такой мелкий против него. Ох, вот это шандарахнул. Надо было снижать урон ему все-таки. А то больно. Несмотря на броню, он как нас пробил, а? Блин. Не хочется использовать опережающий паралич просто раньше времени. Блин, здоровая тварь. Классно смотрится, так небольшое существо, большие брахиозавры. Хорошо пропорции такие соблюдаются. Ну, не, конечно, нереалистичные, но тем не менее. Так, ну давай, выходи, принимай бой. Не больно было. Оу, косарь сквозь броню и щит. Больно бьет. Ну а ты, Чарли, чего хочешь? Паралича? Легко. И даже вот так. Не пробьешь. Хотя можно критануть. Блин, классно, Динос, неплохо, да? Справляется. Раптора врвет, как тузик тряпку. Последний бой, ребятки. Ничего себе, у нас команда какая завелась тут. Давайте вот такую команду возьмем. А? Сейчас вам будет больно.
Они, конечно, ребята шустрые. Но зря. Почему он наскок не использовал, вообще непонятно. Может, на Дракорекса подменимся? Блин, надо было все-таки опережающий удар использовать. Что-то я за... тупил, малеха. Парамало. У него сниженный урон. Это нам не страшно. Контратака. Это, блин, круто. То, что ты быстрее, как бы никого не колышет. Ой, я что-то... Блин, я не то сделал. Я хотел подмениться, а нажал на удар. Дельта! Сдавайся, Дельта. Сейчас получит урон. Во, ну нормально, прошел хоть удар. Да сейчас его пробьет нафиг. Ну, практически. Но он еще слабее, это такая жертва, жертва. Это если кого-то добить надо, то он подходит. Ладно, возвращаем нашего героя. Юта Ринекс. Ах, двойной урон. Пробьет, да? А, не пробил. Осталась капелька. Ну чё, красавчик? Итак, ребята, последний бой. Смотрите, какие у нас крепкие тут ребята. Ну так, давайте. Пойдем. Покажем, где раки зимуют. Сто двадцать шесть. Ну давай, Магнипиритор. Так, этот парнишка ничего из себя страшного не представляет. Так, вот так. Вот так. Следующего давайте. Нет, обычный Дракорекс к двойным уроном — это сила, а редкий Дракорекс слабый. Да, тот случай, когда более редкий динозавр хуже. Так, ну этот уже сейчас нас попытается запарализовать, да? Нет! Ай, слабак. У него же уже должен быть доступен вот тот удар. Опережающий паралич, да? Да. Ну, убил, но не парализовал. Там чуть-чуть не хватило нам хелса. Ай, зря, зря, конечно, этот удар потратил. Но у нас сейчас откроется паралич опережающий. Давай, давай. Оу, Туарамолох. У меня тоже есть такой парнишка, который бы надрал тебе задницу. Равная скорость, равный уровень. Так, так. Ну, скорость на моей стороне, да? Или она каждый раз определяется, да? Ладно. Контратака-то получилась. И чего? Паралич. Сработал, конечно же. Ничего, ничего. У меня тоже параличей много. А, мы выжили. Мы выжили.
Но он, сволочь, стал быстрее, но у нас есть опережающий паралич. И мы победили. А, нет, вы представляете себе, он выжил. Он выжил, и нам нужно валить сейчас. Да, потому что у него скорость бы больше. Ну, контратака, да, у Тарамолоха есть. А подмениться не успел, но ему и не было на кого, на самом деле. Вот такие вот дела, ребята. Тринадцать тысяч. Это всегда приятная награда. Вот так вот. Ну а на этом, ребятки, все. До скорых встреч.